Всем привет, вы на канале RegJet, и сегодня я расскажу вам о моде под названием Brown Shapiro Addons. Выпуск будет небольшим и полностью посвящен брелкам. Но перед началом хочу объявить, что у меня появился аккаунт на Boosty. Если хотите поддержать канал, то ссылочка на него будет в описании. Ну что ж, начнем. Помолись для победы. Дает 5% шанс заменить не дьявольский артефакт, а ангельским артефактом. Погнутая карта. При использовании обратной арканы, все обычные карты в комнате заменяются на их обратные версии. Мраморный шарик. С 10% шансом при получении урона может проглотиться. Дает 0.5 урона и 0.5 скорострельности. Галлюциногенные таблетки. При использовании пилюли открывает рядом красную дверь и использует эффект предмета «Волнистая шляпа». Шапочка из фольги. При входе в комнату ангела или дьявола отправляет вас в комнату «Я ошибка». Бумажный пенни. Дает шанс использовать карту, которую держит игрок, не потратив ее при поднятии монетки. Шанс зависит от карты и от типа монеты. Яйцо червя. При переходе на следующий этаж создает брелок червя, или с меньшим шансом предмет, связанный с паразитами, и свою копию. Если брелок проглочен, то брелок или предмет будет выдаваться напрямую игроку. Старый сейф. Имеет маленький шанс открыться при подборе обычного ключа и 100% шанс открыться при подборе золотого ключа. При открытии исчезает и создает артефакт из пула комнаты дьявола, ангела или секретки. Факел. Дает шанс выстрелить огненной слезой. Является частью превращения в путешественника. Само превращение в путешественника можно получить, собрав 3 предмета из показанных на экране. При превращении на каждом этаже будет появляться дополнительная секретная комната. В каждой секретной комнате появляется дополнительный подбираемый предмет, сундук или в редких случаях артефакт. Спасибо за просмотр, надеюсь, видео вам понравилось. Если это так, то не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, а также оценить и другие мои обзоры. Ну что ж, мод вышел довольно хорошим и дополняющим игру достаточно интересными новыми вещами. Возможно, в будущем мы увидим еще одно обновление и новый выпуск обзора на него. Еще раз спасибо за просмотр и до скорых встреч!